Приветствую всех, вы на канале FrontBet, у нас Лига Европы на 4 ноября, друзья мои, в 23:00 классный матчик стартует, такой как Лестер-Спартак-Москва. Я не мог обойти этот матч, и прежде чем начнем, всем, как всегда, советую наших друзей, наших партнеров БК MLBet при регистрации, которые на ваш первый бонусный депозит дарят 19500 по промокоду, который вы найдете в закрепленном комментарии. Обязательно зарегистрируйтесь, пополните баланс, и вы получите бонус 19500. Ну а что касается матчика Лестер-Спартак, я думаю, шансов у Спартака московского не будет против английского клуба Лестер. Возможно, и забьют они, ну, хотя что-то с трудом верится мне в это. Вот, я зашел на индивидуальный тотал Лестера, более 2 голов. В лайве можно половить индивидуальный тотал Лестера более 1,5. 2 гола будет там железобетона, как по мне. Вот, но сейчас предлагают нам небольшой 1.35 коэффициентик. Можно будет в лайве половить, когда первый тайм начнется, минут 5-10 пройдет. Если первого гола сразу не будет, не будут распечатаны ворота Спартака, то Лестер навяжет свою игру, английский клуб, который может и будет забивать. Тотал Лестера более 2 голов. Вот такое мое мнение, друзья мои, оставайтесь с нами.